Құрметті депутаттар, құрметті партия мүшелері, мне соңғы 4 жыл бедерінде Нұр Отан партиясы мен оның мәжілістегі фракциясының және үкіметтің өзара ынтымақтастығы арқасында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев алдымызға қойған. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы мен гүлденуінің маңызды міндеттері оң шешімін тауып келеді. Президентіміздің жолдауымен партияның халықтық тұғырнамасы осы жылдары басты әлеуметтік-экономикалық өзгерістердің негіздерін айқындады. Бүгінгі күні бүкіл еліміз тәуелсіздіктің 20-шы жылдығына дайындала отырып, өз жетістіктерін бағалауда. Осы ұлы мереке қарсаңында қазақстандықтардың тұрмысын жақсарту жөніндегі бірігіп атқарған жұмысымызды қорытындылауға сіздер келісесіздер деп ойлаймын, құқығымыз бар. Біздің жетістіктеріміз шынайы. 2007 жылдан бастап Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 10 қарқымен осты. Әлемдік қаржы экономикалық дағдарыстың ең қиын кезінде де Қазақстанда жалпы ішкі өнімнің терең құлдырауына жол бермедік. Ал 2009 жылы 1,2%-ға ұлғаюын қамтамасыз еттік. Салыстыру үшін 2009 жылы АКШ экономикасының қолдарауы 2,6%-ді құраса, Ресей экономикасы 7,9%, Украина экономикасы 15,1%-ді құрады. Бүгінгі күні Қазақстан, Бразилия, Малайзия, Түркия сияқты табыс деңгейі орташа елдер арасында көшбасшы орында тұр. 2010 жылы жалпы ішкі өнім 148 миллиард АКШ долларынан асты. Бұл Орталық Азиядағы 4 мемлекеттің жалпы ішкі өнімін қоса есептегенде одан 2 есе жоғары. Қазақстандықтардың табысы айтарлықтай өсті. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі 2010 жылы 6,5%-ға, яғни 2 есе қысқарды. Бюджет саласы қызметкерлерінің орташа жалақысы 2 есе ұлғайып, 2011 жылы 1 шілдеден бастап 67 мың теңгеден асты. Екінші деңгейдегі банктердегі халықтың салымы 2011 жылғы шілдеде 2,5 триллион теңгеден асып, ол 2007 жылғы қаңтар айымен салыстырғанда 1,5 триллион теңгеген ұлғайған. Біз халықтың мейлінше жоғары деңгейде жұмыспен қамтылуын қамтамасыз еттік. Жұмыссыздық деңгейі 2007 жылғы 7,3%-ді ағымдағы жылғы 2,90%-дағы 5,4%-ға дейін. Жастар арасындағы жұмыссыздық 2007 жылғы 9,4%-дан 2010 жылғы 5,2%-ға дейін төмендеді. 1 миллион 170 мыңнан астам жаңа жұмыс орындары құрылды. За этот период мы реализовали программу жилищного строительства. По государственной программе жилищного строительства на 2008-2010 годы введено в эксплуатацию 19,7 миллионов квадратных метров жилья. Почти 535 тысяч казахстанцев улучшили свои жилищные условия. Мы активно развивали систему социальной защиты населения. Средний размер пенсии по сравнению с 2007 годом вырос 2,6 раза и достиг 27 665 тенге. С 1 января 2008 года в два раза, то есть до 30 МРП, увеличен размер единовременного пособия на рождение ребенка. Более чем в 2,6 раза повышено пособие по уходу за ребенком до 1 года. В 2011 году размер пособия на рождение 4 и более ребенка увеличен более чем в 4,6 раза по сравнению с 2007 годом. Мы постоянно работаем над улучшением инфраструктуры и качества образования. Практически в два раза увеличились расходы на финансирование образования. В 2011 году они превысят 898 миллиардов тенге.
Сеть дошкольных организаций увеличилась на 4000 объектов. Построено 137 новых детских садов. До конца 2011 года будет введено в эксплуатацию еще 65. С 2007 года построено 343 школы и 49 учебных заведений технического и профессионального образования. До конца текущего года будет введено еще 25 школ и 3 профессионально-технических училища. Планомерно повышалась оплата труда педагогических работников. Их должностные оклады увеличились на 25% в 2009 и 2010 годах и еще на 30% в 2011 году. 1 сентября 2011 года увеличены размеры доплаты учителям за квалификационную категорию, введена доплата мастерам производственного обучения. Согласно отчету ЮНЕСКО, в 2008 году Казахстан занял 4 место среди 129 стран мира по индексу развития образования. Мы продолжаем работу по улучшению медицинского обслуживания. Расходы государственного бюджета на финансирование здравоохранения выросли более чем в два раза, до 640 миллиардов тенге в 2011 году. Медицинским организациям выделено около 100 миллиардов тенге для приобретения современного оборудования. Завершено строительство 145 объектов здравоохранения. Значительно расширен гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. В него дополнительно включены лечение от вирусных гепатитов В и С, проведение скрининговых исследований, социально-психологическое консультирование, экстракорпоральное оплодотворение. В первом полугодии 2011 года материнская смертность, а это очень чувствительный для нас показатель, снизилась на 63%. А в сравнении с 2007 годом произошло снижение младенческой смертности на 26%. Комплекс принятых мер позволил на 2 года увеличить ожидаемую продолжительность жизни 66,4 лет в 2007 году до 68,4 в 2010 году. Мы активно внедряем новую модель развития науки. Финансирование научных исследований в 2011 году увеличено в 1,8 раза по сравнению с 2007 годом. Создано 5 национальных научных лабораторий и 15 лабораторий инженерного профиля при вузах. Принят новый закон о науке, который закладывает основы конкурентоспособной национальной инновационной системы. Для развития инновационного потенциала страны создан Назарбаев университет и сеть интеллектуальных школ. Началась работа по созданию сети профессионально-технических колледжей мирового уровня. Мы всемерно содействуем последовательному развитию малого и среднего бизнеса. Именно поэтому доля малого и среднего предпринимательства в ВВП страны в 2010 году уже превысила 30%. Оценивая эти результаты, думаю, мы можем говорить о выполнении важнейших параметров народной платформы партии. Несмотря на то, что формулировалась она в благополучное докризисное время, а воплощалась в реальные дела уже в условиях жесточайшего мирового кризиса. Казахстан одним из первых испытал на себе негативное влияние кризисных тенденций и одним из немногих предпринял, как потом говорили международные аналитики, опережающие, адекватные, поэтому и результативные антикризисные шаги. Мощная энергия нашего лидера, его уникальное стратегическое предвидение, наша общая слаженная работа в центре и в регионах не допустили экономического коллапса, сохранили социальное спокойствие. Как вы помните, с ноября 2007 года по декабрь 2008 года из государственного бюджета было выделено более 400 миллиардов тенге на завершение строительства жилых объектов, через банки второго уровня 190 миллиардов тенге, на проекты малого и среднего бизнеса 142 миллиарда тенге, на обеспечение продовольственной безопасности 75 миллиардов тенге. Во всех регионах были созданы стабилизационные фонды по основным продуктам питания – зерно, мясо, сухое молоко, растительное масло, сахар и рис. Была проделана без преувеличения гигантская работа по обеспечению продовольственной безопасности вплоть до заключения меморандумов с производителями основных продуктов питания. В итоге население было с продуктами, инфляция была взята под контроль.
В 2008 году с обрушения рынка банковских операций в США началась вторая волна кризиса, распространившись на весь мир. Затронула сначала финансовую систему, а затем и экономику. Три системы образующих банков Казахстана оказались в крайне тяжелой ситуации. Один банк, вовлеченный в преступные махинации, приблизился к дефолту. Банкротство этих банков означало бы паралич всей финансовой системы и реального сектора экономики. Экономика страны оказалась на грани рецессии, сопоставимой с обвалом экономики в начале 90-х годов. По нашим оценкам, резкое падение темпов экономического развития могло уже в начале 2009 года привести к росту безработного населения до 1 миллиона человек. Нашим общим ответом на эти вызовы стали план совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 9-10 годы и стратегия региональной занятости и переподготовки кадров, дорожная карта занятости. По решению Нурсултана Абишевича на антикризисную программу было выделено более 1,5 триллиона тенге из национального фонда. В итоге был стабилизирован финансовый сектор. Банки второго уровня были обеспечены дополнительными источниками ликвидности, что позволило в 9-10 годах высвободить средства на сумму порядка 490 миллиардов тенге для экономики. Была обеспечена дополнительная капитализация БТА банка, Народного банка, Казкоммерц и Альянсбанка в общей сложности 486 миллиардов тенге в обмен на государственное участие в них. Для обеспечения высокой сохранности банковских накоплений граждан увеличена сумма гарантийного возмещения по депозитам физических лиц с 700 тысяч тенге до 5 миллионов тенге. Для обеспечения устойчивости финансовой системы к осени 2010 года была завершена реструктуризация БТА-банка, Альянсбанка и Тимирбанка. Мы сняли острейшие проблемы на рынке недвижимости. Для защиты участников долевого строительства было направлено 440 миллиардов тенге, в том числе из средств Национального фонда 290 миллиардов тенге. Введение в эксплуатацию жилья на 389 объектов решило проблемы 53 тысяч дольщиков. За счет рефинансирования ипотечных займов 32 тысячи заемщиков получили возможность платить по ипотеке в среднем на 30% меньше, чем прежде. На поддержку малого и среднего бизнеса было направлено 162 миллиарда тенге. В целом, с начала кризиса банки второго уровня профинансировали более 10 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. На развитие сельского хозяйства в дополнение к бюджетным средствам из Национального фонда было направлено 120 миллиардов тенге. Благодаря нашей с вами совместной работе и постоянному партийному контролю обеспечена реализация инвестиционных проектов по созданию молочно-товарных ферм, теплиц, откормочных площадок, птицефабрик, мясоперерабатывающих комплексов, зерно- и овощехранилищ, сборки сельхозтехники. Предприятиям агропромышленного комплекса предоставлены кредиты с низкой процентной ставкой. Ежегодно обеспечено удешевление горюче-смазочных материалов для сельхозтоваропроизводителей. На реализацию стратегии региональной занятости и переподготовки кадров в 2009-2010 годах было выделено 342,7 миллиарда тенге. В 2009-2010 годах более 640 тысяч человек приняло участие в дорожной карте занятости. Из них на профессиональную переподготовку были направлены 150 тысяч человек, на молодежную практику 100 тысяч человек. Местными исполнительными органами реализовано 8880 проектов, создано 392 тысячи рабочих мест. Реконструкцией и ремонтом было охвачено почти четверть всех существующих школ, 774 объекта здравоохранения, 1535 объектов системы жилищно-коммунального хозяйства. Произведен капитальный и средний ремонт около 5000 километров дорог. Выполнен текущий ремонт дорог на площади более 3000 квадратных километров. В результате уже в 2009 году прирост ВВП составил 1,2%,
а в 2010 году 7,3%. Внешний долг банковского сектора Казахстана сократился с 46 миллиардов долларов США в декабре 2007 года до 16,6 миллиарда долларов США в марте 2011 года. Произошло снижение внешнего долга банка второго уровня на 29,4 миллиардов долларов США. Даже в кризис происходило приумножение средств национального фонда. Это была наша совместная политика. Активы национального фонда выросли с 14,7 миллиардов долларов США в январе 2007 года до 43,3 миллиардов долларов США в августе 2011 года. И этот исторический факт еще раз подтверждает гениальность предвидения нашего лидера, организационную мощь нашей партии, волю парламента и правительства в каждодневной работе за процветание Казахстана и благополучие казахстанцев. Валовые резервы Национального банка и средства Национального фонда в августе 2011 года составили 76,3 миллиарда долларов США. Наряду с антикризисными мерами мы продолжали реализацию важнейших институциональных и экономических реформ. Был разработан новый налоговый кодекс, снижены размеры ставок основных налогов для всех юридических лиц, корпоративного подоходного налога с 30 до 20% и налога на добавленную стоимость с 13 до 12%. Для предпринимателей эффект от такого снижения за 9-10 годы составил около 800 миллиардов тенге свободных денежных средств. Усилена налоговая нагрузка на сырьевой сектор. В нефтяном секторе она увеличилась на 30%. Введены новые специальные платежи недропользователей, налог на добычу полезных ископаемых НДПИ, рентный налог на экспорт сырой нефти и налог на сверхприбыль. Это позволило увеличить поступления в национальный фонд, которые за 2010 год составили почти 6 триллионов тенге или 126,5% роста к 2009 году. Отменена стабильность налогового и таможенного режима по всем контрактам на недропользование, за исключением ранее заключенных соглашений о разделе продукции СРП. С 2009 года СРП как вид контрактов на недропользование отменен. Упрощены налоговые процедуры и повышена эффективность налогового администрирования. Количество предоставляемой в электронном виде налоговой отчетности достигло в настоящее время 80%. В рейтинге из 183 стран по легкости ведения бизнеса Doing Business Всемирного банка по показателю налогообложения в 2010 году Казахстан занял 39 место и первое место среди всех стран СНГ. Мы последовательны в исполнении поручений президента по формированию новой модели государственного управления, основанной на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу. Сегодня в нашем активе и трехлетний бюджет в соответствии с новым бюджетным кодексом и стратегические планы государственных органов и оптимизация программных документов. Государственным органам предоставлена большая самостоятельность в управлении бюджетными ресурсами, но при этом мы внедряем комплексную систему ежегодной оценки эффективности деятельности центральных, государственных и местных исполнительных органов. Наша цель – с наименьшими затратами достигать наибольших результатов, эффективно использовать каждый тенге государственных средств. Мы существенно улучшили деловой климат. Только в текущем году сокращено 331 разрешительная процедура из 1015 выявленных. Введен принцип одного окна при получении лицензии. Для упорядочения контрольной деятельности государственных органов законодательно закреплен механизм, устанавливающий периодичность проверок на основе системы управления рисками. С 1 января 2010 года государственные закупки способом запроса ценовых предложений осуществляются в электронном формате. С 1 июня 2012 года государственные закупки, проводимые способом конкурса и аукциона, также будут осуществляться только в электронном формате. В 2010 году Казахстан был признан
Всемирным банком, мировым лидером по улучшению бизнес-климата. Пережив кризисные годы, оценив свои новые возможности в новом экономическом мироустройстве, мы уверенно вышли на траекторию посткризисного восстановления и развития, основные параметры которого заданы нашим президентом в стратегическом плане развития Казахстана до 2020 года. Позвольте мне вкратце остановиться на промежуточных результатах реализации программ, принятых во исполнение стратегических целей развития в текущем десятилетии. Старт в 2010 году государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития был успешным. К концу первого полугодия 2011 года уже введено в эксплуатацию 227 проектов на сумму 914 миллиардов тенге. Создано 29 тысяч постоянных рабочих мест, произведено продукции на сумму более 100 миллиардов тенге. Во втором полугодии 2011 года планируется запустить еще 129 проектов на сумму 617 миллиардов тенге с созданием 14,5 тысяч постоянных рабочих мест. Реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты, такие как строительство Балхашской ТЭС, автодороги Западная Европа, Западный Китай, железнодорожные линии Житеген-Кургаз, узень госграницы с Туркменистаном, газопровода Бейне-Бозой-Акбулак, развитие СЭС Морпорт Актау, создание СЭС Кургаз Восточные ворота. Впервые после спада последних лет наметился рост доли инновационно-активных предприятий. Более чем в два раза увеличились затраты предприятий на технологические инновации, достигнув 219 миллиардов тенге. Дорожная карта бизнеса 2020 сегодня оказывает поддержку более 600 предприятий с общей численностью работающих более 67 тысяч человек. Планируется дополнительно создать свыше 14 тысяч новых рабочих мест. 131 проект реализуется в агропромышленном комплексе, 98 в легкой промышленности и производстве мебели, 78 в металлургии, металлообработке и машиностроении. В текущем году мы приступили к реализации утвержденных главой государства программ развития образования и здравоохранения, которые закладывают основу социальной модернизации. Реализация программы развития образования позволит выстроить систему образования, обеспечивающую создание конкурентоспособного, качественного человеческого капитала. Новые поколения высокообразованных казахстанцев смогут успешно решать вызовы грядущих десятилетий. В рамках программы «Балапан» планируется увеличить охват детей дошкольным образованием до 70% к 2015 году, а к 2020 году до 100%. Благодаря этой программе охват дошкольным образованием вырос с 30% в 2010 году до 55,6% в 2011 году. В среднем образовании ведется работа по 90% использованию системы электронного обучения, перехода на 12-летнюю модель обучения, увеличению количества интеллектуальных школ во всех регионах Казахстана. На базе интеллектуальных школ совместно с университетом Кембридж разрабатываются принципиально новые образовательные стандарты, которые в последующем будут распространены во всех школах страны. Это позволит 2020 году выстроить одну из лучших систем среднего образования в регионе. Создан АО-холдинг «Касипкор» для развития сетей колледжей мирового класса в партнерстве с бизнес-сообществом и ведущими мировыми учебными заведениями Сингапура, Германии и Нидерландов. Второй год работает Назарбаев университет, призванный стать национальным брендом Казахстана, гармонично сочетающим преимущества национальной системы образования и лучшую мировую научно-образовательную практику. Университет работает в партнерстве с университетами, входящими в тридцатку лучших вузов мира. Студенты первого набора уже приступили к обучению по программе бакалавриата в трех школах инженерии, наук, технологий и социальных наук. Образовательные программы, соответствующие лучшей международной практике, новые стандарты проведения научных исследований, принципы автономности и академической свободы, апробированные на базе Назарбаев университета, в последующем будут распространены во всех вузах страны.
Государственная программа развития здравоохранения до 2015 года ориентирована на укрепление единой национальной системы здравоохранения за счет улучшения управления, повышения эффективности использования бюджетных средств, расширения доступности и повышения качества лекарственных средств, а также усиления профилактических мероприятий. Правом выбора стационара для плановой госпитализации в 2010 году воспользовалось 554 тысячи пациентов, из них 31 тысяча лечилась уже не по месту жительства. Конкуренция между медицинскими учреждениями в борьбе за пациента в конечном итоге повысит качество медицинских услуг. Высокоспециализированная медицинская помощь стала ближе к населению. Осуществлен трансфер 123 технологий в регионы. Идет рост стационарозамещающих технологий, обеспечивающих эффективное использование бюджетных средств. Для сведения, лечение в дневном стационаре обходится государству в 4 раза дешевле лечения в обычном стационаре. В 2010 году число пациентов, пролеченных в условиях стационарозамещения, возросло до 826 тысяч, увеличившись почти в 2,5 раза по сравнению с 2009 годом. Растет фонд заработной платы. Внедряется дифференцированная оплата труда медицинских работников больниц в зависимости от конечного результата. В 2011 году мы приступили к реализации программы развития языков, на которой до 2014 года предусмотрено 18,3 миллиарда тенге. Во исполнении поручения президента страны по обеспечению устойчивой и продуктивной занятости казахстанцев правительством утверждена программа занятости 2020. В пилотном 2011 году предусматривается охватить программой свыше 50 тысяч человек, а к 2016 году в программу будет вовлечено до 1,5 миллиона человек. Итогом ее реализации должно стать снижение уровня бедности с 8,2% до 6%. По программе жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014 годы планируется ввести в эксплуатацию в целом 24,3 миллионов квадратных метров жилья. За январь-август 2011 года по всем источникам финансирования на жилищное строительство уже направлено 248,2 миллиарда тенге инвестиций. Введено в эксплуатацию 3,6 миллионов квадратных метров общей площади жилых домов. В рамках программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020 годы предусмотрена модернизация более 81 тысячи километров сетей тепло-, энерго- и газоснабжения. За счет создания новой модели жилищных отношений и специальных механизмов совместного финансирования будет отремонтировано 11 624 дома. В мае текущего года мы приступили к реализации программы «Акбулак», цель которой к 2020 году обеспечить доступ к централизованному водоснабжению в сельских населенных пунктах на 80%, а в городах на 100%. На реализацию основных социально-экономических программ, о которых я говорил, сориентирован проект нового республиканского бюджета на 2012-2014 годы, о котором я в общих чертах хотел рассказать. Более 1,6 триллиона тенге мы закладываем на реализацию государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития, в том числе на выполнение дорожной карты бизнеса 2020 более 100 миллиардов тенге, на реализацию программы производительность 2020 около 20 миллиардов тенге, на реализацию программы занятости в следующем году из республиканского бюджета планируется выделить 51 миллиарда тенге. В 2012-2014 годах расходы на образование и науку составят 1 триллион 132 миллиарда тенге, в том числе на реализацию государственной программы развития образования 283 миллиарда тенге. Расходы на систему здравоохранения в 2012-2014 годах составят 1 триллион 303 миллиарда тенге, в том числе на реализацию государственной программы развития здравоохранения «Саламатта Казахстан» предусмотрено 233 миллиарда тенге. На меры по системной поддержке сельского хозяйства предусмотрены средства в общей сумме 949 миллиардов тенге.
Приоритетами здесь будут продовольственная безопасность, развитие животноводства, ветеринарная безопасность, развитие водного хозяйства. Порядка 400 миллиардов тенге предусматривается направить на жилищное строительство и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. По программе Акбулак средства в размере 238 миллиардов тенге будут направлены на развитие системы водоснабжения и водоотведения, проведение обследования водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, проведение поисково-разведочных работ. Нынешняя положительная динамика экономического роста позволила нам скорректировать параметры республиканского бюджета на 2011 год. Проект уточненного бюджета также представлен вам на рассмотрение. В представленных бюджетных документах заложена прочная финансовая основа для реализации всех поручений главы государства по развитию экономики в новых условиях. Уважаемые депутаты, я уже говорил, что Казахстан уверенно обосновался в группе передовых стран со средним уровнем дохода. Теперь наш лидер поставил перед нами новую задачу – войти в группу стран с высоким уровнем дохода. Для этого ВВП на душу населения должен составлять не менее 15 тысяч долларов США. В наших планах достичь этого уровня к 2016 году. Чтобы стать полноправным членом клуба развитых стран мира, мы уже сегодня должны активно сотрудничать с ведущими экономиками мира, чтобы совершенствовать казахстанское законодательство и практику государственного регулирования в соответствии с лучшими международными стандартами. По поручению президента страны правительство приступило к работе по вступлению в Организацию экономического сотрудничества и развития. Сегодня ОЭСР – одна из престижных организаций в мире, где аккумулируется передовой опыт управления по всем направлениям социально-экономического развития. Уважаемые члены партии, я рассказал об основных результатах реализации народной платформы партии «Нур Отан», вкратце остановился на планах. У нас есть выверенная стратегия действий на текущее десятилетие, есть программы, есть ресурсы. Но это десятилетие несет нам и новые вызовы, с которыми нам придется считаться. На прошлой неделе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что страны с развитой экономикой оказались в условиях вялого и неравномерного подъема с неприемлемо высокой безработицей. Долговой кризис зоны евро усугубляется, финансовая напряженность растет. Характеризуя глобальные перспективы, она подчеркнула: «Мы переживаем период большой экономической тревоги. На экономическом небосклоне появляются признаки вихрей и бури по мере того, как экономическая активность в мире замедляется, а риски ухудшения ситуации растут. Я могу сказать, что существует высокая вероятность вхождения мировой экономики в рецессию. По поручению президента страны мы разработали четкий план действий на случай развития негативного сценария в экономике, поскольку признаки надвигающейся повторной мировой рецессии становятся все очевиднее. Мы готовы противостоять новым вызовам и на собственном опыте знаем, насколько успешен решительный коллективный прорыв. Мы приходили к вам, правительство, вместе с Национальным банком, обращались с просьбой к членам партии «Нур Отан», обращались к парламенту. Вы нас поддерживали. Мы вместе принимали непростые и сложные решения для того, чтобы исполнить поручение главы государства. Я не исключаю, что в случае мировой рецессии мы вынуждены будем прийти еще раз за помощью и за поддержкой. Но практика показала, что наши совместные действия всегда приводят к положительным результатам. Мы вместе с вами умеем преодолевать трудности и решим те задачи, которые ставит перед нами Елбасы, во благо процветания Казахстана и казахстанцев. Благодарю за внимание.